В городе Силламяя в детском саду Пяйксике заканчиваются строительные ремонтные работы. Команда ЕСН-ТВ побеседовала с директором детского сада Натальей Лангинен. Да, действительно, в нашем детском саду завершились работы по реконструкции фасада нашего детского сада. И на самом деле эти работы были начаты осенью прошлого года. Первым этапом фирма «Эвика» реконструировала 1/3 фасада, заменяла окна, двери. И с апреля этого года фирма «Мерка» быстрыми темпами и до сегодняшнего дня уже закончила все работы по реконструкции остальной части фасада. Также поменены и пожарные лестницы, то есть все переведено в красивый такой современный вид. И все это проходило в тесном сотрудничестве, конечно, с городским управлением, со строительным отделом и поддержано посольством Америки. Мы, конечно, очень рады тому, что у нас такое красивое современное здание, радует наш глаз. Здание полностью готово и в рамках вот этих проектных работ осуществлено все полностью. Помимо этого, также в этом летнем сезоне удалось заменить две сгоревшие веранды. Да, год назад в результате вандализма был совершен поджог, и две веранды нашего детского сада пострадали, они сгорели. Остался только один фундамент. И город взял себе это на вооружение, конечно же, выделил в этом году необходимые денежные средства, проведен был конкурс, и уже за время июля веранды восстановлены, уже дети ими пользуются, все красиво, безопасно, соответствует сертификатам. И для того, чтобы детям было более разнообразно играть, мы еще приобрели уличное игровое оборудование. Это 2 игровых домика, скамейку, столик. В этом нам оказали помощь родители и дети, которые на ярмарке зимой продавали свои изделия ручной работы и денежными средствами помогли нам на приобретение. Часть мы добавили со своего бюджета, чему очень рады. Обогатили нашу игру. И, конечно, совсем скоро 1 сентября. Как проходит подготовка? В этом учебном году в нашем детском саду будет функционировать 11 групп, из которых в дошкольном звене у нас 5 групп частичного погружения. Одна группа работает по проекту от министерства, где эстоноязычный учитель работает. Одна группа выравнивания. Там тоже будет учитель эстонского языка на уроках и в течение игровой деятельности обучать их языку. 4 ясельные группы, из которых 2 мы набираем. Набор уже идет полным ходом. Двери детского сада открыты. 1 сентября всех приглашаем на наши праздничные мероприятия для того, чтобы начать учебный год